Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург». В этом выпуске порадую всех ценителей прекрасного. Вы помните сольный концерт Димаша в Москве? А великолепно исполненную композицию «Мадемуазель Хайд»? А фантастический танцевальный номер под эту песню? Да, согласен, такие впечатления невозможно забыть. Многие в тот вечер впервые узнали о таком блистательном танцоре, как Ильдар Гайнутдинов. Так вот, хорошая новость заключается в том, что на официальном YouTube-канале Ильдара вновь появился танцевальный шедевр. На этот раз под композицию «Across Endless Dimensions». Извините за мой итальянский. Да, это тот самый нашумевший саундтрек к фильму «Creator the Past», который исполнил Димаш Кудайберген. В ближайшее время я постараюсь сделать более полный обзор на эту тему, поэтому проверьте свою подписку и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот обзор. А пока бегом на канал Ильдара получать эстетическое наслаждение. Это тот самый редкий случай, когда гений танца и гений музыки встретились в одном месте. Алга, мужики! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все!